блядь, потом. Положение об особенностях регулирования частот в период организации проведения Олимпиады не ничего в 15-16 годах. Ох, блядь. А я могу не надо. Твою мать, ты смотри, что. Тихо. Ну-ка нахуй отсюда, блядь. Ты дельно трещнет, как пуговицу к ширинке. Если тебе, конечно, посчастливится выйти на след. А ведь может и получиться. Да, мой собеседник, блядь, по всему видно. Твою мать! Двадцать третьего. Ой, твою мать! Мы считаем, что люди глупые, если не занимаются этим. Они просто отличаются от нас. Но если вы не смогли найти место, где вам помогут обрести мечту, лелеять мечту,